Всем большой привет, друзья! Я вас очень рада видеть на своем канале. Вот и до нас наконец добралась эта пасхальная коллекция. Давайте посмотрим, что здесь нового, интересного, чего не было в прошлом году. Это город Курск, бойцов 9-й дивизии 185-Б. Всем желаю приятного просмотра. Давайте, как обычно, начинать будем с самого начала. Красивые веточки появились в продаже. Пасхальная ветка 44 сантиметра. Действительно, такая длинная ножка. Смотрите, что на самой веточке. Цветочки, плюс такие красивые небольшие яйца, которые переливаются. И они еще разноцветные. Вот мы с вами взяли розовый цвет, есть еще желтый. Так, вот такие вот, помню, были игрушки светящиеся в том году. Они еще светятся, но их хорошенечко надо так встрепенуть, скажем. 59 рублей. Они разные в цвете, видите, разнообразные. Так, еще у нас здесь что? Курочки были, помните, в прошлом году. Фигурка сделана, она из доломита в Китае. Тоже такие милые курочки. Ну, в том году они были, но эти не прошлогодние. Все равно видно, что их только привезли без сколов, ну и выглядят не уставшими они. 199 рублей. Так, цена на ветку пасхальную 79. Декорация пасхальная 99. Это речь идет вот о такой. Сразу их 6 штук здесь. Тоже такие бархатистые. Так, на проволоке они на какой-то. Здесь у нас разные пасхальные наборы. Конечно, с красками в первую очередь. Вот тут, например, 4 цвета, золотые красители для окраски яиц. Рядышком у нас серебро. Так, смотрим с вами, 79 рублей. Тут еще один набор. Птички 3D. 79, волшебная страна 79. Вот здесь вот у нас формы такие бумажные, 6 штук их сразу, небольшие такие, хорошие, 99 рублей. Еще и цвет, видите, можно выбрать понежнее, поярче, как вашей душе угодно. Лампада неугасаемая 99 рублей. Фигурка керамическая, кролик. Так, как хорошо он выполнен, сделан из керамики в Китае. Бантик есть синего цвета, есть желтого и еще вижу, что есть розового. Вот там вот спрятался. Ушки, смотрите, какие красивые. Ну, в общем, могу сказать, что выполнен хорошо. Правда, нет у него, видите, мордочка не прорисована, ни глазок. 149 рублей. Еще одна форма для Пасхи 49-50. Еще и желтого цвета она есть. Она уже пластиковая. Декоративные фигурки. Птенцы. Ой, смотрите, еще из короны есть птенцы. 6 штук их целых. Небольшие. 99 рублей. Вот такая декорация. Это новиночка в этом году. Какие милые зайчики. 79 рублей за 4 зайчика. Ой, еще какая прелесть. Здесь прямо в гнезде цыплята. 99 рублей за 2. Интересно. Вот такая вот декорация пасхальная. 79 рублей за 6 штук. Что здесь еще? Смотрите, первый раз привозят к нам топер пасхальный. Светлой Пасхи. Пожелание приятное. Можно дополнить подарок какой-то, например. Или дома украсить уголок пасхальный. 59 рублей. Так, еще у нас здесь 59 рублей. Вот такие наклеечки. Замечательные. Только желтенькие они. Нет, смотрите, там разные цветочки есть. Покрупнее какие-то. Декоративные клипсы. Они деревянные. 5 штук их в этом наборе. Вот этот наборчик остался один. Как много здесь штучек. Написано 50 штук. 59 рублей. Для поделок, да, наверное, берут. Так, еще у нас здесь вот такая прелесть, клипс, декоративная курочка. 79 рублей за 6 штук. Набор для декорирования 79 рублей. Тоже можно что-нибудь интересное создать. Своими руками всегда приятно что-то сделать. Так, рядышком набор для творчества у нас висит пасхальный. 79 рублей. Давайте посмотрим, что здесь. Можно сделать вот такого цыпленка. В составе набора вот здесь вот много всего. Ну, как такую сумочку можно сделать, написано. Да еще, видите, разные цвета. Так, а что вот это такое?
формочка пасхальная, 4 штуки. Здесь бабочка, яйцо, зайчик и какой-то цветочек. Можно что-нибудь вкусное, какие-нибудь печенюшки сделать. Они у нас сделаны из полипропилена. Я думала сначала силикон. Но нет, это пластик. Продолжаем, чуть ниже спускаемся с вами. Вот такая вот декорация пасхальная. Тоже милые такие зайчики. Они, знаете, достаточно большие, объемные, с бантиками атласными. 79 рублей за 5 штук. Так, смотрим с вами рядышком, какая интересная пасхальная декорация. 79 рублей. А вот тут у нас что? Спряталась набор для творчества. С детками можно вот такую красоту сделать и провести время, кстати, вместе. Здесь у нас декорация пасхальная еще. Выполнена так интересно. Я думаю, что многим понравится. Такие цвета, знаете, приятные. 99 рублей. Здесь у нас в корзине декорация. 99 рублей. Формочки пасхальные. Нержавеющая сталь, 4 формочки, 99 рублей. В принципе, это недорого для такого набора. Они, можно сказать, вечные, правда? Можно печенюшки делать дома. Так, еще мне интересно, что вот это такое. Шкатулка пасхальная, яйцо. Тоже первый раз с вами видим такую в этом году. Мне привозили к нам еще за прошлых, да, годах такую красоту. 79 рублей. Выполнено очень хорошо. Сразу и не поймешь, что это шкатулка. Можно, кстати, какой-нибудь чай туда небольшой тоже купить, и будет у вас прям готовый подарок. Так, рядышком положили салфетки тоже с этой тематикой такой пасхальной. 20 штук их в каждом наборе. 79 рублей. Еще форма бумажная. 59 рублей. Здесь сколько их штук? 4 штуки. Корзиночки небольшие за 99 рублей. Ну, кулич точно сюда вместится. Еще они разнообразные по цвету. Есть темнее, есть светлей. Так, переходим с вами вот сюда. Мне еще интересно, что это за курочки там лежат, спрятались. Нигде не вижу, чтобы они тут висели. Сколько стоит, интересно. Курочка 79 рублей. Цена-то есть. Но они спрятались вот там вот в корзине, если что, лежат. Так, еще есть вот такая бабочка. Вот такая вот декорация из яиц. 59 рублей за 6 штук. Набор шпажек пасхальных. 79 рублей. Выполнено все очень хорошо. Вот правда, приятно такой товар держать в руках. 55 рублей клипсы пасхальные. Вот такой еще есть набор из 2 штук. Ну, тоже как декорация считается. 79 рублей. Вот здесь вот у нас, помню, что в прошлом году такие тоже были. Все для украшений, для этого дня. Корзинки яркие. Так, а еще у нас есть вот такая вот тарелка. 79 рублей она стоит. Цвета в ассортименте, то есть в серединке для кулича и по бокам для яиц. А еще вот здесь что-то у нас спряталось. Тоже хочется, конечно. А, наверное, вот тут корзины разные. Сумочка даже. Сумочка такая. Из фетра. 199 рублей. Разные по цвету. Но вот здесь как будто какая-то корзинка. Корзинка пасхальная. 99 рублей она стоит. Тоже для декора. Ручка есть. Конечно, тут сразу несколько их я взяла. Еще сбоку есть пасхальный декор в виде разных наклеек. Вот здесь вот 21 на 30 сантиметров, 2 листа. Наклейки достаточно крупные, все очень яркие. И такой лист здесь будет стоить 79 рублей. Еще вижу, что есть что-то другое. Смотрите, какая прелесть, тоже наклейка пасхальная. Здесь видите, одна такая в форме зайчика, но это маленькие наклеечки на самом деле. Голографические, но они такие блестящие, которые. Так, и еще хотела вам показать рядышком какие-то у нас здесь. А вот сколько стоит маленький, интересно. Видите, есть с курочкой. 21 на 30 сантиметров, 33 рубля. Ну, это для деток, думаю, что можно купить смело с ними куда-то клеить, заниматься, проводить
время весело, интересно. Что у нас здесь еще есть? Интересная подставка для яиц и кулича. Деревянная такая. Ой, упал ценник. Сейчас поправим с вами. Вот таким образом она будет выглядеть. В прошлом году, помню, что они тоже были. Под кулич 8 яиц. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Вот она цена. 79 рублей. Они еще, видите, в ассортименте. Ну, это все, что у нас привезли. Пишите, что из этого вы уже купили, что вас радует уже дома. Ну и начинаете вы уже готовиться к этому светлому празднику или еще нет. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться. Надеюсь, обзор для вас был интересен, но главное, полезен. И до новых встреч, друзья мои. Всем пока!